Это так называемая зеленая автостоянка. Руководитель местного территориального общественного самоуправления не припомнит, чтобы в Анапе где-то была еще такая же. Аналогичная есть в Европе, а в России, например, в Москве. Ее обустроили совсем недавно. Пока трава в лунках дикая. В будущем году их специально засеют. Получится газон, на котором можно будет поставить машину. Территория принадлежит одному из отелей. А это участок перед частным домовладением. Земля муниципальная, но хозяин решил, что будет за ней ухаживать. Вместо привычной стоянки – лужайка с элементами ландшафтного дизайна. Этот фасад – образец современной городской среды. Есть место для автомобилей, но хватает и зелени. Его решили выставить на конкурс. Елена Чумакова в общественном самоуправлении уже 10 лет. По ее словам, горожане стали больше думать об эстетике. Многие, вот когда мы подводим итоги конкурса, видят победителей на День города, когда мы вручаем, действительно подтягивается и начинает что-то где-то, каждый старается сделать свою клумбочку, сделать уютный дворик красивый. Соревновательный, да, конечно, я хочу быть лучше, чтобы у меня был дворик мой самый лучший, уютный, красивый. Каждый раз вот даже через год приходим, и что-то новое появляется в этом дворике. Сирень привезла, все. А это что сдача у вас? Это хризантемы, да. С фасада обычный высотный дом, а во дворе калина красная, черемуха. Есть молодые вишни, которые уже плодоносят. Недавно посадили орех. 8 лет назад, когда Валентина Павловна сюда переехала, на этом месте были мусор да бурьян. Сейчас разнообразие растительности почти как в ботаническом саду. Даже тыквенные семечки здесь не выбрасывают. Авось взойдет и всходит. Сегодня во дворе практически не осталось места под посадки. Здесь постепенно переходят к озеленению фасадной части. Кроме того, готовы делиться цветами с теми, кто хочет также посадить что-нибудь в своем дворе. Я люблю, когда плоды приносят. Вот цвет плодоносит наши вот калина, черемуха. Приятно же это во дворе. Каждый день понемножку, каждый день час-два я занимаюсь, ковыряюсь в цветах. Там где-то сорняк, где-то что-то пересадить цветы, новые посадить. Ну, это работа. Двор выдвинули на городской конкурс. Его итоги начнут подводить уже на днях. Победителей наградят на главной сцене в день города-курорта. Призовые деньги целевые и пойдут на дальнейшее благоустройство.